Иное измерение русской культуры. Лев Александрович Мей. Сосна. Читает Евгений Бразов-Брушковский. В сыром бору сосна стоит, растет, в чистом поле метель гудит, поет. Над землей тучи серые шатром, на земле снега пушистые ковром. Вьюга, холод, но печальная сосна неизменно, как весною, зелена. Возвратится ли веселая весна, пробудится ли природа ото сна, прояснеют, улыбнутся небеса, в листья нежные оденутся леса. Заблестит сквозь зелень ландыш серебром, засинеют незабудки над ручьем, встанет солнце с неба чистого светлей и зальется звонкой трелью соловей. Все по-прежнему печально, зелена, думу думает тяжелую сосна. Грустно, тяжко ей раскидистой расти, все цветет, а ей одно лишь не цвести. Собирая иглы острые свои, хочет в землю глубоко она уйти, иль, сорвавшись с извилистых корней, в небо взвихрится метелью из ветвей. Да крепка земля, далеки небеса, и стоит она, угрюмая краса, и весною, и зимою зелена, и зимою, и весною холодна. Тяжело сосной печальную расти, не меняться никогда и не цвести, равнодушно быть и к счастью, и к беде, но судьбою быть прикованным к земле, быть бессильным, превратиться в пленный прах или вихрем разыграться в небесах. год. Напечатано в томе первом полного собрания сочинений Льва Александровича Мея. Санкт-Петербург. Издание товарищества «Маркс», 1911 год.